Здравствуйте, дорогие зрители! В студии Ольга Мотовилова, и это передача «Жизнь под соусом». Кулинарный блог о том, как превратить обычную трапезу в источник сил, энергии и радости. Сегодня речь пойдет об удивительном и загадочном оранжевом порошке, именуемом куркумой. Родина этой замечательной специи – Индия. Затем о ней узнал Восток, а позже она уже была привезена на Запад, и теперь мы с вами имеем возможность также использовать ее в своем кулинарном искусстве. Что же такое куркума? Это не что иное, как высушенный и измельченный корень куркумы – растения рода имбирных. Оно является замечательным природным антибиотиком и оказывает очень благотворное действие на наш организм. В отличие от покупных лекарств, куркума действует на бактерии, убивая их, но при этом не принося вред нашему организму. К слову сказать, ее можно считать половиной домашней аптечки. Ведь посудите сами, такие замечательные свойства куркумы, как молоко с куркумой, выпитое 3 раза в день, способно поставить вас на ноги при гриппе и острых случаях ОРВИ. Всего за пару дней. Ложка куркумы с ложкой меда натощак в течение недели способствует повышению ценного белка гемоглобина в крови. К тому же, та же самая смесь куркума и мед, нанесенная на больные суставы, снимает боль и воспаление. Если у вас образовалась открытая ранка, вы можете посыпать куркумой это место, и она быстрее заживет, кроме того, не будет воспалительных процессов. Этот список можно продолжать долго. Ученые выяснили, что жители Востока меньше предрасположены к раковым заболеваниям, потому что используют куркуму в своем рационе практически каждый день. Куркума также способствует здоровью костной ткани и снижает уровень холестерина в крови. Но у любой медали всегда есть 2 стороны. Нужно быть предельно внимательным при употреблении куркумы, ведь употребление ее в больших количествах может нанести вред организму. Поэтому обязательно, если вы решили лечиться куркумой, посоветуйтесь с вашим лечащим врачом. Кроме того, беременным женщинам тоже не стоит увлекаться куркумой, потому что это может спровоцировать преждевременные роды. Хорошо употреблять куркуму людям, которые имеют проблемы с атеросклерозом, также имеют болезни почек, желудка и печени, но в умеренных количествах. Кроме того, куркума повышает стрессоустойчивость, снижает нашу нервозность и дарит хорошее расположение духа. Куркума является также хорошим кровеочистительным средством. Если вы, например, к сожалению, отравились, и такое бывает, то раствор куркумы вам придет на помощь. Еще одним важным и полезным свойством куркумы является то, что она способствует кровеобразованию, улучшает циркуляцию крови и в целом повышает иммунитет человека. Все эти полезные свойства куркумы обеспечиваются ее составом, ведь это практически кладовая витаминов, микроэлементов и полезных веществ. Но напомню, что куркума противопоказана тем, у кого имеются камни в желчевыводящих путях, поэтому, пожалуйста, употребляйте ее с осторожностью. И напоследок интересный факт о куркуме. Ее очень часто используют в качестве натурального красителя для одежды. Она практически не отстирывается, поэтому при обращении с куркумой нужно быть осторожными. Это была передача «Жизнь под соусом». С вами была Ольга Мотовилова. Я напоминаю, дорогие зрители, о том, что лучший источник счастья и здоровья – это чувство благодарности за все происходящее в этом мире. Смотрите нас на сайте balance-tv.ru, а также в эфире. Всего вам самого хорошего, готовьтесь с любовью и будьте счастливы!